меня мало времени, поэтому я сразу к сути. Представляться я не буду, мы слишком давно с вами знакомы. Тысячи лет я устраивал войны, посылал голод, болезни и бедствия. В общем, выполнял свою работу качественно. Пока не понял, что все это полумеры. Обычные смертные печали, которые вы слишком быстро забываете. Знаете, почему я решил все изменить? Ребенок. Все изменил обычный ребенок. Я увидел и осознал элементарную вещь. Отними у ребенка что-то, и получишь конфликт. Но дай, и он будет счастлив. И захочет еще. Элементарная мысль помогла мне сделать человека рабом вещей. Отнимать у вас дом, семью, детей. Да, я мог, и так и делал. Но это оказалось недостаточно эффективно. Но вот давать что-то... Совершенное оружие, против которого вы так ничего не смогли придумать. Вещи. Вот что теперь ваша истинная слабость. Новый телефон, модные джинсы, респектабельная машина. И все. Ради этого вы сломаете себе хребет, а он у вас тонкий. Путешествие. Чтобы посмотреть, в каких домах живут другие, какой хлеб они едят. И привезти себе еще больше ненужных вещей. Шопинг. Чтобы подруги завидовали. Потому что у них другое имя на бирке трусов. Бесконечные пробки. Только ради того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Секс. Это отдельная статья ваших душевных расходов. Открытая грудь, красивые бедра, призывный взгляд и все. Ваши придуманные ценности уходят. А если еще это можно купить... Тут даже моей помощи не требуется. Вы готовы удивлять даже меня. Вы уничтожаете себя сами, и это прекрасно. В какой вселенной существа пожирают друг друга из-за побрякушки? Семьи разваливаются из-за недостатка вещей в шкафу. Или сын ненавидит тех, кто дал ему жизнь просто потому, что не получил денег на новую приставку. Теперь представьте свою жизнь без мобильного телефона, без компьютера, без новой машины. И вы поймете, о чем я. Человек слишком глубоко увяз в моей системе. И эта система совершенна. Она стала моим лучшим проектом и последним пристанищем для вас. Только вот Вселенная требует гармонии. Если где-то слишком много темноты, она должна быть уравновешена. Теперь мне придется уйти. Я победил, но я больше не нужен. Так бывает. Это будет новый мир. И вы будете скучать по мне. Я ухожу, но моя сущность остается с вами. Спасибо вам за это. К чему я это? Считайте это прощанием. Да, и у меня есть еще одна просьба. Пожалуйста, ничего не меняйте. Мы тут поспорили с одним парнем. Сможете ли вы измениться? Так вот, я не хотел бы проиграть. Потому что в случае проигрыша я не смогу вернуться. А у меня есть еще очень много интересных проектов для вас. Увидимся.